ближайшие мероприятия к курорту. Проводим проверку ЧОПа. Проверку в пансионате начали с сотрудников охраны. Именно они обеспечивают безопасность на объекте. Осмотр автотранспорта, ведение документации и обход территории. Ни одна деталь не скрылась от пристального взгляда проверяющих. Как только сходит снег, так начинаем готовиться. Территорию порядок проводить. Ну и все остальные мероприятия. Бассейны обслуживают. То есть вот недавно работала комиссия, брали пробы воды как раз перед детьми СЭС. В рамках оперативно-профилактической операции «Курорт-2019» беседы провели не только с работниками, но и с отдыхающими, а их в пансионате немало. В санаторно-курортной зоне размером более чем в 30 гектаров одновременно могут находиться более 1000 человек. Поэтому основная цель мероприятия – обеспечение личной и имущественной безопасности, а также общественного порядка в местах отдыха жителей и гостей Одинцовского округа. Сегодня в рамках данного мероприятия сотрудниками полиции во взаимодействии с администрацией сельского поселения Успенск осуществляется проведение профилактических бесед, различных занятий с персоналом санаторно-курортного данного учреждения. Наше оздоровительное учреждение в основном находится вдоль Москва-реки. Здесь красивая природа. Все условия созданы для отдыха. В ходе мероприятия сотрудники полиции провели беседу с детьми. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал отдыхающим, как правильно себя вести во время каникул на территории пансионата. Всего за время операции «Курорт-2019» комиссия проверит более 40 мест санаторно-курортного отдыха и свыше 70 водоемов. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».